КФУ стал одной из площадок для проведения большого этнографического диктанта, который прошел более чем на 1500 площадках во всех регионах России и странах СНГ 3 ноября накануне Дня всенародного единства. В этом году этнографический диктант вышел на новый уровень, то есть были учтены недочеты, скажем так, прошлого года. И в этом году вполне закономерно, что второй площадкой стал Казанский федеральный университет. В Казани площадками для проведения стал Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ и Дом дружбы народов. Принять участие в столь масштабном событии на базе университета пришло порядком 80 человек. Там можно выделить два блока. Первый блок – это общероссийский, да, и второй блок – это региональный. Итоги акции в этом году подведут ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря. По результатам всероссийской проверки знаний в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии. Диана Шилова, Леонардо Валетьяров, Универньюз.